20 детей с особенностями развития встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой в преддверии Нового года. Массовых мероприятий нет, но расстраиваться не стоит. Праздник пришел, пусть в новом формате. Подопечные фонда «Мир детям» очутились в волшебном мире. Все молодцы, все умницы и все рассказы стихотворения, вот, которые учили дома. Акция «Как сказка в дом приходит к нам» проводится ежегодно. В этом году формат претерпел изменения. Теперь вместо масштабного праздника детям устраивают новогодние островки во дворе дома. Но это еще не все. Того, кто не смог побывать на празднике, Дедушка Мороз и Снегурочка поздравляют с выездом дистанционно. Дети все равно должны встречать Новый год с подарками, у них должен быть праздник. Поэтому вот мы решили в этом году, вот, скажем так, сделать вот такой небольшой праздник на открытом воздухе. Кому-то просто привезти подарки с Дедом Морозом, Снегурочкой, бесконтактно их вручить. Кому-то просто передать через представителей общественных организаций. Дети из малообеспеченных семей, люди старшего поколения, ребята с особенностями развития. Каждому предоставили возможность прочувствовать сказку. В рамках акции более 1200 человек получат новогодние подарки. У нас в этом году очень особенные подарки. Мы не просто дарим сладкий подарок, а мы дарим новогодний комплект. В комплект входит сладкий подарок, в комплект входит игрушка от социальных мастерских или какое-то изделие нашего одинцовского проекта, а также входят фрукты. Это еще. Это кто? Мы. Ты любишь игрушки? Да. Хоровод, конкурсы, зажигательные танцы, стихи для Дедушки Мороза и чаепитие в теплом кругу. Праздник прошел на ура. Дети зарядились энергией на долгое время. Фильм «Как сказка в дом приходит к нам», посвященный новогодней акции, можно будет посмотреть уже в январе. С Новым годом! Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».